Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я с вами Галина. Сегодня я приготовлю закуску такой, обжаренный перчик болгарский. Здесь у меня чеснок, болгарский перец, черный перец, соль и помидорки. Так, у меня сковорода там с маслом накалилась. Уже берем наш перчик, пока мы это вот оставляем тут. Все. Берем, идем и смотрим мы. Здесь вот налила я примерно ложки 3 масла растительного. И нам нужна сковорода, чтобы она хорошо-хорошо раскалилась. Берем наш перчик. Перчик, вот здесь количество, у меня 5 перчинок небольших. Ну, количество любое, по вашему усмотрению. Я его почистила, разрезала, если сильно крупный, на 4 штучки. Можете на половинку, как хотите. Пока я его не солила, берем на нашу сковородочку. Вот так вот плешмя прямо, вот плохо. И выкладываем наш перчик. Давайте вот. Большие вот эти вот. Я его не стала на 4 части. Лишня. Нужно было напополам его разрезать. Ну. Ладно. А вот эти я порезала на 4 части. И буду выкладывать его. Выложила я перчик, вот первая партия пошла. Накрываю я крышкой, пусть обжаривается. Пока у нас перчик обжаривается, я взяла 4 помидорки. Я их ошпарила. Значит, я взяла 4 целые помидорки. Вот так вот их крест-накрест разрезала. Вот 4, так вот их поставила. Прямо вот этой вот штучкой вниз. И залила их кипятком, прямо горячим, вот. Блюдо, чтобы они у нас полностью покрылись кипятком. Они у нас постояли 3 минуты. Вот я, видите, кожицу их счистила и серединку вырезала. Вот они у нас. И будем сюда мы блендерить их. Блендер. Так, порежем. Порезала я помидорки. И сюда же мы добавляем... Ну, примерно у меня он, чеснок, он старый. Ну, где-то 2,5 зубчика он. Я его порежу сюда же, добавлю. Вот так вот. Берем это в ту рану. Ручки протрем. Включаем наш агрегат. Вот. И поехали. Давайте на быстрый. Ага. Посмотрим, что у нас тут. Ну-ка, закрыла. Сейчас я гляну, что у нас там получилось. Ну, еще маленько. Пару-тройку оборотов. И будет все окей. Какая заливка у нас. Ага. Ну и хватит. Так, убираем это все. Вот что у нас получается. Ты куда ты упала? Убираем. Берем мы поперчили. Посолили. Прямо здесь. Подсолим. Перемешаем. И пусть оно дожидается своего часа. Пойдем посмотрим, что у нас там делается. Берем нашу соль. Ух, там они уже горят. Горят.
Берем пилочку еще одну. О! Опа! И будем переворачивать их. Вот этот не разрезала, надо было его разрезать. Уже. Опа! Как вы брызгаетесь? А если бы я посолила, вообще брызги были бы. Ого-го. Можно еще один воткнуть у нас. Все. Место есть? Есть. Ну, этот маленько можно уже и присолить его. Прямо чуть-чуть я присаливаю. Потому что он пресный, хотя там у нас сливка будет соленая. Но пресноватый тоже неинтересно. Закрываем крышкой. И пусть он стоит жарится. Перчик нас обжарился. Я его вытащила. Он у нас приостыл. Я его посолила прямо на сковороде. Я хочу сказать, можно этот перец даже и было маслом его обмазать. Целый помыли его и в духовку запечь. Ну, я сделала на сковороде. Его можно в любое время сделать вот такую закуску. Значит, берем контейнер или баночку. И будем выкладывать. Если кожица хорошо убирается, можно кожицу убирать по желанию. Первый ряд я выложила нашего перчика. Берем нашей заливочкой, поливаем. Вот, дальше поехали. Ну, это можно готовить, это вот эту вот закуску, она готовится в любое время. Пожалуйста, готовьте, когда хотите. Вот. Произвольно накладывайте. Вот это тут, который широкий. Выложила я верхний слой, в общем, сложила весь наш перчик. И берем и заливаем это все оставшимся у нас соусом. Разровняли, убираем в сторону. Если он у вас еще плохо остыл, значит, пусть остывает. Потом мы накрываем вот этой крышечкой и в холодильничек. Час постоит, и все, пожалуйста, можете кушать. Готовы, можете так кушать, можете с картошкой кушать. Всем приятного аппетита, дорогие мои! Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Рецепты мудрой мамы». Спасибо тем, кто смотрит меня. Всем пока-пока. До новых встреч.